В музее шоколада Лайма журналистов сегодня угощали печеньем с Элго и отпаивали молоком. Вкусно, конечно, но это лишь маленькая благотворительность. А теперь о более масштабной. Дело в том, что в рамках ежегодной акции под названием «За настоящее детство» латвийские больницы обзавелись необходимым оборудованием. Мы здесь сегодня собрались, потому что Селга, это печенье от акционерного общества Лайма, делает очередную традиционную уже акцию и помогаем детям в этом году. Решили купить такие аппараты, которые помогают контролировать сердцебиение при родах. Я не специалист, но говорят, что очень нужно. Это кардиоток, аппарат, который необходим для того, чтобы можно было бы регистрировать сердечные тоны ребенка. Это показывает то, насколько он хорошо себя чувствует. Его используют во время беременности и в процессе родов. Аппараты в 5 больницах появятся благодаря тому, что от каждой купленной пачки печенья Селга в фонд поступала небольшая денежка. А теперь пришло время разбить эту копилку на радость медикам. Конечно, довольны и сами представители Лайма, потому что, как ни крути, а в наше время вездесущая реклама лишний раз оказаться у всех на слуху – самое то. То, что общество такой акцией привлекает внимание к родам и к тому, насколько необходима аппаратура, это очень ценно. В целом, будущим мамочкам будет абсолютно все равно, сколько денег потрачено на кардиотокографы. Главное, что они есть. Как предполагают организаторы акции, стоимость 5 аппаратов составит примерно 14 тысяч евро. Их получит родильное отделение больниц в Екапилсе, Валмере, Цесисе и Тухумсе, а также Рижский родильный дом. Алиса Орлова, Игорь Никитенков. Наша тема. Ну что ж, пришло время для конкурса, и вы, наверное, уже догадываетесь, какой сегодня будет приз. Правильно, Таня. Это билеты на выставку... Ручка! Нет, все гораздо серьезнее. Это билеты на выставку Expo Beauty, которая пройдет в Олимпийском центре Сконта с 11 по 13 апреля. Более 150 компаний и 2000 брендов из стран Европы, Балтии и России представят здесь новинки в области косметики, профессиональные инструменты, лечебные, оздоровительные средства. Кроме того, в этом году международная выставка Expo Beauty впервые объединит под своей крышей 3 темы индустрии. На этот раз